2 мая 2021 год, Харьков, 4:45 по Киеву. Сатурн. 1486 миллионов. Ой, 1 миллиард 486 миллионов километров до Сатурна. Уже очень светло, и поэтому первым кадром, первым дублем поставил именно Сатурн. Он скоро исчезнет из поля зрения. В общем-то, визуально я его уже и не вижу на небосводе. А, вижу. Совсем плохенько, но еще можно заметить, если знать, куда смотреть. Давай, не стесняйся. Ну вот, хорошо. По диагонали сейчас. Абсолютный штиль, прекрасная вообще погода. Даже на востоке разошлись облака. Я помню, что просили меня снять, да, в комментариях восход на Пасху. И хоть человек я не верующий, но, конечно, при благополучном стечении обстоятельств съемку произведу. У нас расходятся облака на востоке. Это просто потрясающе. Так что, может, даже и получится. Ну, хорошо. На всякий случай Сатурну пока. Пошли к Луне. Юпитер мы не прозеваем. Он достаточно хорошо еще виден. У нас сегодня горбатая луна. Невероятной красоты зрелище. До Луны 370 тысяч километров. Несколько дней назад она была в перигее на ближайшем, то есть расстоянии от Земли по своей орбите. Как раз в полнолуние 27 апреля. Суперлуния, так называемая, получилась. Было весьма красиво. Особенно, когда розовая луна на фоне строительных лесов опускалась за горизонт. Четкость великолепная. На западе облачность сплошная, на востоке облачность сплошная была еще полчаса назад. А тут нам такой подарочек. Так, снимаю, сразу говорю интересующимся фотоаппаратом Nikon Coolpix 5000, безо всяких приспособлений, оптических дополнительных, телескопа нет. Есть штатив Велбон, или Велбон, уж не знаю как, М47. Какая ты красавица. Когда так близко смотришь на Луну, я не знаю, у меня физически ощущаются удары метеоритов, астероидов. Да, метеоритов нет, там же атмосферы нет, астероидов по лунной поверхности.
очень странно. Так, своим ходом луна заходит в кадр. Сейчас, секунду, чуть ниже опущу. Чтобы максимально видеть движение луны по экрану, это вращение Земли вокруг своей оси, ну и движение луны. Соответственно, это что ж такое, надо еще ниже. Прекрасная погода, неправдоподобно. Неправдоподобное безветрие. Да, опять же в комментариях пишут, что на линии терминатора самые яркие, красивые картинки. Линия терминатора, игра света и тени, дает наибольшую глубину. Так это, по-моему, звучало, и так это действительно правильно правильнее сформулировать. 4.50, как раз сейчас над нами старлинки пролетают, но уже слишком светло, чтобы их было видно. Уже Юпитер едва-едва заметен. Так. Сейчас еще раз по линии терминатора. Линия терминатора — это где игра, где свет с тенью соприкасается, и, наверное, уменьшая выдержку. Для большей контрастности. Жаль, конечно, что камера не передает запаха цветущих абрикос, вишен и прочего антуража этой съемки.